Межведомственная комиссия вновь посетила детские оздоровительные учреждения округа. Основные замечания и рекомендации, касающиеся благоустройства территорий, выполнены. Убрать ветки деревьев, которые были на территории, убраны. Окончательный порядок навести вокруг мусорного контейнера. Ну, навели, вы сходили, я так понял, что все в порядке. А вот документация еще не вся приведена в соответствие с необходимыми требованиями. Особенно тщательно подошли к проверке личных данных сотрудников органы прокуратуры. По сотрудникам, то, что мы с вами обговаривали, не на всех представлены документы, справки о судимости и документы по образованию. А также наличие медицинских карт и прививок. Работа с детьми требует особой ответственности в этих вопросах. Как и в сфере безопасности. В лагере Объединенное Королевство устанавливают новые системы оповещения и охраны, датчики движения. Открывание, брелок. Это будет выводиться на пульт охраны. Ну и, соответственно, тут вот дополнительные датчики движения. Уже в первых числах июня три детских оздоровительных учреждения округа откроют свои двери для первой смены. Еще один «Орленок» в Звенигороде будет ждать ребят после ремонта во вторую смену. До этого времени оставшиеся недочеты должны быть устранены. К сожалению, вынуждена констатировать, что мы пока из трех наших лагерей не приняли ни одного. Замечаний осталось значительно меньше. Я думаю, в ближайшие дни до понедельника все наши замечания комиссии будут устранены. Предоставлены межведомственной комиссии. При этом регулярные проверки по поручению главы Андрея Иванова будут осуществляться в течение всего летнего периода. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».